что, прикалываетесь? Вот это высота. И я так понял, что мне нужно попасть в бассейн, да, отсюда. Эй, что-то я как-то... Что-то я очкую. Воу-воу-воу, что-то я как-то очкую. Воу, как здесь круто. О, девчонки колу пьют. Красотки. А если я еще на вас сверху так вот сяду? Бэкст! Он там! Быстрее туда! Приветищи! Как все резко потемнело-то. Короче, дело в том, что у нас уже как бы весна, да, в стране. И скоро лето. И нужно подготовиться к сезону купальни. Так что мы сейчас с тобой находимся в аквапарке и попробуем покататься на всеразличных горках. Обязательно искупаемся в бассейне, затусим, поденсим. Короче, все, что делается в аквапарке, все мы это сейчас с тобой сделаем. Воу, какой стрёмный администратор. Рогатый шар. Давай спросим у него. Hi, bro, welcome to Robloxian Water Park. Да-да, здорово, что я здесь буду делать? Плавай, катайся с горок и вообще просто отдыхай в нашем аквапарке, ю! Ого, желтая девочка. Наверное, ты посмотри на ее ногу. Девочка, у тебя квадратная нога. Кажется, у тебя из труселей выглядывает квадратная нога. Боже, и ник у нее Лоло 194. Так, я уже, кажется, попал в аквапарк. О, какая крутая картиночка. Заходим в аквапарк. Ты глянь, какой бассейн крутой. Надо попрыгнуть. По-любому сейчас бомбочкой шлепанем. Опа. О, нифига себе. Водяной взрыв даже остался после меня. Круто. Единственное, что мне не нравится, то, что я купаюсь в одежде. Да, нужно переодеться. Так, давай переоденемся. Посмотрим, что у нас здесь есть. Можно причесочку сменить. Так, ну костюмчики. Зачем нам костюмчики, если мы в аквапарке? О, шортики плавательные. Так, что у нас тут есть? Давай будем смотреть. О, неплохой выбор. О, тоже ничего такое. Вот, наверное, вот это вот я оставлю. Так, что у нас здесь есть еще? Опа, уши. Зайчухи. О, нет, это не надо, удалите, пожалуйста. Блин, я все удалил. А, беда. Во, купальник готов. Югу. А, сейчас, подожди, давай спрыгнем вот отсюда. Залазим. Давай. Я же качок, что, не мог залезть с первого раза сюда, что ли? Бомбочка, юху! Офигенно, блин, как мне нравится этот аквапарк. Ну-ка, пойдем сейчас. Ты слышишь, музло? Чувак вместе с магнитофоном купается. Надо было так же сделать. Так, сейчас мы здесь немножечко позагораем. Можно лечь? О, да, вот это я понимаю. Да посмотри, там еще и лампочки какие-то есть. Нужно скупнуться. Конечно же, я забыл искупаться. Перед тем, как заходить в бассейн, нужно искупаться. Хотя бассейн вроде на природе, так что пофигу. У нас тут есть еще движухи какие-то, смотри. Целых 3 анимации. Ну-ка, давай посмотрим на первую. О, ну типа я загораю, да-да-да, все круто. А это что? Сел посмотреть, как тут дела обстоят в басике, да? Типа никто ли там из красивых девчуль не купается? А вот это, ну это прям романтик, я не знаю. Загнул ногу, чуть ли не сломал ее. Лучше я встану. Вот. А, кстати, дай-ка я еще попробую вот так вот. О, да, ты... Круто! Я могу теперь просто ездить по полу лежа и купаться тоже. Ты посмотри, я как какой-то робот, как подводная лодка просто в этом бассейне. Да, офигенно. А если сидя? О, да я и сидя могу. Я типа в невидимой тачке. Все, короче, пойдем из горок кататься. Hi, I needed 50 рубаксов. О, господи, они здесь тоже в аквапарке ходят попрошайничать рубаксы. Так, идем. Идем на первую горочку. Смотри-ка, у нас тут есть портал. Пойдем, зайдем в него. Воу! Нас сразу переместили на вышки. Так. О, ты глянь, сколько здесь горок. Офигеть! 6. Ну давай вон с самой первой скатимся. О, чувак уже покатился. Поехали. Нафига себе, от первого лица. Круто. Смотри, какой водяной шлейф за мной. Этот тип, который рубаксы хочет у меня, за мной катится. Эй, чувак, здесь нельзя ходить, я здесь качусь. О, справа этот борт закончился. Мне бы не вывалиться отсюда. Воу, что-то я как-то очкую. О, мой голова. Мне кажется, что я ударился об какую-то другую горку. Это было жестко. Опасны здесь горочки, слушай. Ночное покатание.
С этой горочки мы уже спускались, не спускались еще вот с этой. Ну что, понеслась. Главное себе жопенцу не отбить. Поехали! О, как здесь круто! Сейчас загипнотизируют меня нафиг. Ой-ой-ой-ой, куда? Куда? В какую-то трубу вылетел. О, только не в дырку. И сказал, только не в дырку, и остановился. Так, а мне можно как-то подвинуться? Жопа, подвинь меня. Ладно, придется самому все сделать. Опа! Продолжаем катиться. Нифига себе, какая тут высота. Тихо. Я не понимаю, что происходит. Круто. Еще круче, чем предыдущее. Так, пойдем снова поднимемся на ту же вышку. Итак, у нас здесь осталась еще одна горочка. Хотя вон там еще какое-то отверстие есть. Возможно, там скрытая какая-то. Очень мега крутая горка. Мы с ней обязательно скатимся. А сперва... Воу, ты посмотри, там походу сейчас надо будет прыжок совершить, чтобы не упасть в этом промежутке. Ладно, я же экстремал, пока я здесь стоял и думал, катиться или не катиться, уже настало утро. Ну что, поехали! Воу, это отверстие, я близко! Воу! Офигеть, вот это адреналинчик. Катимся дальше, пока спокуха, ой, кажется, я башкой труся. Обграждение! О, какая... Нифига! Офигеть! Все, я походу себе голову протер, у меня там лысина. О, тут девчонки это, плавают. Привет, девчонки. О, это что, Кончита Врус, что ли, тут сидит? Нет, поплыли отсюда. Пухлая девочка пытается поплавать. Ты посмотри, как она тут... Я не знаю, как на воде какая-то. Болтается тут. За ней так забавно наблюдать, как она купается. Просто вертится, как поплывок какой-то на воде. Ой, ладно, пойдем дальше. Итак, мы прокатились здесь уже на трех горках. Осталось, по-моему, это тоже горка. Осталась четвертая. А, хотя здесь закрыто, смотри-ка. Блин, а я думал, это горочка. Ну, давай попробуем встать сюда. Как меня обманули. Ё-моё, прозрачный пол. Я не понимаю, что происходит. Так, я качусь под лавой, нифига себе, я в лаве, точнее, на вулкане. Воу, какой прозрачный здесь пол, что-то я слишком очкую. Так, здесь опять нету бордюра, мне б не вывалиться. С горки на горку перепрыгнул. Офигенно. Сейчас, походу, я в басик прыгну. Главное, басик не перелететь. Отлично. Фух, сколько пузырьков. Кайфово. А вот это что у нас за портал? Пойдем сюда зайдем. Куда это меня? Куда это я попал? Вы что, прикалываетесь? Вот это высота. И я так понял, что мне нужно попасть в бассейн, да, отсюда. Что-то как-то это... Что-то я очкую. Офигеть, как высоко. Кстати, парк очень большой на самом-то деле. А вот это что, это ракета? Да, может, я в космос лучше полечу. Можно я войду? Нет, войти нельзя. Короче, придется спрыгивать. Ну что ж, я ж рисковый парень. Мне бы там не приземлиться на какую-нибудь горку. На что? На раз, два, три, пять, прыгаем. Блин. Кажись, я сел на перегородку своей. Ну ты понял, чем. Расплющились мои яйки. Как это больно. Наверное, подниматься по таким длиннющим лесенкам это тоже интересно и развлекательно. Но я лучше пойду и скачусь с горки. С закрытой горки, вот с этой вот. Так, бегу. Сейчас. Оп. Ну что? Ой, какая-то... Она как лесенки. Слушай, мне там задницу не отобьет. Ладно, сейчас проверим. Как опасно. Так, борт появился, отлично. Ну, сейчас, я думаю, плюхнусь конкретно. Кстати, спокойненькая горочка. Очень спокойненькая. Сзади шлейф воды за мной. Ай-яй-яй-яй, сейчас прыгну. Чуть кому-то на голову не приземлился. Фух. Ой. Дружище, ты бы здесь не плавал. А то тут с высоты... А, это девочка. Тут... Девочка, ты бы здесь не плавала, а то я чуть тебе на голову не приземлился. Итак, с какой поедем? С правой или с левой? Поехали с этой.
О, как реактивно! О, смотри, какая горка! Я с этой хочу горки прокатиться! Она прям это, мертвую петлю делает. Тек. Ну блин, это вообще неинтересная горка. Спокойненькая такая вот. Просто пипец. Смотри, какая горка. Она прям на бетонный пол приземляет. Или по ней подняться можно? А нет. А она наверх поднимает, прикинь. Офигеть. Я качусь в горку в противоположную сторону. И здесь, походу, гравитации нету. Воу, нифига себе, вот эта горочка. Я что, на острова сейчас прилечу? Ай! Ударился головой о скалу и прибыл на остров. Блин, а тут прикольно. Классно все. А куда идем? Куда? А, вон там горочка, смотри, вон есть. Сейчас мы с ней спустимся. Ну что? Поскользили! Югу! О, какой здесь крутой вообще! Прозрачный! Вот это горка! Но она спокойная. Ничего такого интересного. Эпического. Ой. Итак, с какой горочки спуститься бы? Давай-ка, наверное, с зеленой. Какая она это волнистая. Ничего себе, девчонки. Фух, вроде не придавил никого. Так, ну пойдем спустимся еще с одной горки. Ой, это что, сиамские близнецы здесь сидят? Прикольно. Девчонки, вы не прочь, если я тут с вами полежу? Вот так вот сейчас. Как-то. Вот так вот, да. Девчонки, здорово. Ой, не так. Вот так вот, нормально. Полинка что-то это не захотела, чтобы я на них лежал. О, девчонки колу пьют. Красотки. А если я еще на вас сверху вот так вот сяду? Ладно, девчонки, я пошел. Напоследок давай вот с этой синей скатимся, и на сегодня хватит. Хватит с меня этих экстремальных горок. На всю жизнь, наверное, катался. Так, погнали! Кажись, ай, жопу отбил. По-моему, остаток горки был лишним, на который я приземлился своей попенцией. Фух, блин, это был просто шикарнейший день. Решил напоследок все-таки еще спрыгнуть в басик. Бомбища, берегись, югу! О, кайфово. Если тебе понравился этот плей, то с тебя лайкосик, комментарий и подписка, если ты еще не подписан. Всем спасибо за просмотр, пока и до нового видосика. Ух ты, какие девчонки здесь плавают.